Помидоры 98 центов за паунд, лук 78 центов за паунд. Апельсины $1 за паунд, то есть $8 за 8 паундов. Это эти полулимоны, яблоки, это какие-то дорогие, обычно что-то тут очень дорого сегодня. Яблоки 2,77, но обычно они стоят $1. Груши $1.37. Колбаса за $3. Но я это не ем. Это процесс, то есть не натуральное мясо. И хрен его знает, что в этом лежит. Здесь всякие сосиски. Но все это есть нельзя. Здесь громадные. Вот этот картофельный салат, это кошмар, отрава, $6. А вот какая-то свинина за, в общем, полуприготовленная, $2 за паунд. Вот то, что абсолютно нельзя есть, это гамбургеры, я на горьком опыте это изучил. $11 за 12 штук, но это невозможно есть. Вот. Вот обычно то, что я покупаю, это свежая курица. Она где-то $1.26 за паунд. Вот. Еще вот, например, можно turkey. Вот они вроде сюда, кроме turkey, ничего не стоят, $7.44. Как видим, в ингредиентах только turkey. Вот сколько стоит свинина. Значит, $3 за паунд. Слева. Вот, 3,78. То есть свинина где-то 3,50. Вот еще фарш. У нас даже не пишут, то есть $12 за вот эту маленькую упаковку, $5 за паунд. Это говядина. Так все стоит. Вот эти самые макароны, $1.60. Они стоят дешево, $1.60 за вот это. Все. Но если его покушаешь, то можно сдохнуть. Я, опять же, я это раньше кушал и жутко. А вот, значит, хлеб. Хлеб в Америке особо ужасный. То есть вот если есть продукт, над которым они просто поиздевались, это хлеб. Причем даже вот здесь он по виду ничего. То есть вот, например, вот это стоит $1. Но опять же, если вы это купите, у вас заболит живот. Все на опыте проверено, тоже $1. Опять же, заболит живот, это кушать нельзя. Здесь лежат всякие тортилы, потому что здесь много мексиканцев. $1.78 вот за это. То есть 100% того, что здесь лежит, нельзя даже подходить, в рот брать, потому что все это отрава. Все вот здесь, вот на этой полке, справа, налево, ничего есть нельзя. Я обычно беру один из этих. Они довольно вкусные, так что я возьму два. Стоит $1.96. Так называемый cream cheese. Сколько стоит сыр? Значит, $7 вот за такой шматок, но это очень плохого качества. Взять здесь абсолютно нечего.
Вот это еще ничего фирма, но уже 11. То есть за 60 475, а за 36 288. Довольно дешево. Здесь $1.62 за 18 и тому подобное. Это какая-то абсолютно жуткая химия. 2.78. А, это чай. Ужас. Жуткое дерьмо.